И, пожалуй, самая масштабная акция протеста за последние месяцы прошла во Франции. Более 500 000 человек вышли на демонстрацию в Париже и около 100 000 в городе Бордо, требуя запретить процедуру экстракорпорального оплодотворения и суррогатного материнства однополым парам. Протестующие под розовыми и голубыми флагами прошли маршем 7 километров. Маршрут огромной колонны пролегал от северо-западной окраины Парижа до противоположного берега Сены. В руках демонстрантов были флаги и транспаранты, а следом шла колонна с тележками из супермаркетов, в которые они посадили куклы, олицетворяющие детей. На них протестующие наклеили ценники и сами закрыли свои лица масками, таким образом подчеркнув, что у ребенка должны быть полноценная семья, мать и отец, а не двое мам или двое пап. Согласно социологическому опросу, 59% граждан выступает против легализации искусственного оплодотворения для женских пар и суррогатного материнства для однополых семей. Многие не задумываются, но на самом деле масштаб этой проблемы огромный, и только сейчас его можно остановить.